Обычной жизнью прожил человек. И вот пред взором вечности дорога и нескончаемой небесной жизни век. Жизнь, что в раю, та, что дана от Бога. Он молча к Богу близко подошел, усталым взором вечное окинул, как будто говоря, что не нашел он важное, и мир земной покинул. И мягким голосом Бог задает вопрос: ты счастливо прожил земную жизнь? Сегодня что ты мне в душе своей принес? Прошу тебя, со мною поделись. И человек, склонив пониже взор, ответил: да, по-моему, нормально. Всю жизнь работал до последних пор. Все как у всех, обычно и банально. Бог, призадумавшись, опять его спросил: я мир создал всего лишь за неделю, но лично по нему я не ходил. Ты расскажи, как там, и я поверю. Ты видел море, видел океан, а горы, лес, кита, а водопады? А как цветет бушующий каштан? Ты слышал, как поют в ночи цикады? Нет, я не видел в жизни океан. На море тоже так и не собрался. Я видел, дерево росло, вроде каштан, но как цветет, я им не любовался. Кита не видел, водопада тоже. Цикад не слышал, быстро жизнь прошла. На все не оглянулся в жизни даже. И вот уйти пора моя пришла. Я правда занят был, работа, дети, жена еще, но правда не одна. И жизнь порой давала жестко плетью. Бывали и такие времена. Бог посмотрел в свете своих лучей. Но почему ты не увидел море? Я волны создал, чтоб обнять людей, чтоб счастье подарить им на просторе. Я не был на земле, а ты там жил и, к счастью, свою душу не приблизил. Ты счастье в дом насильно не пустил. Ты мир моей любви зря ограничил. Я создал путешествие, чтоб ты в пути знакомился, любил и вдохновлялся, чтоб новые пришли к тебе мечты, чтоб ты желал, искал и развивался. Ты волен был все делать по желанию. Ты должен на земле только одно — счастливым быть, и в этом лишь призвание. Ведь счастье в жизни каждому.